Прокуратура Ненецкого округа осуществляет надзор за соблюдением законодательства в части экологической чистоты береговой линии в акватории реки Печора. Наибольшее количество нарушений выявляется в сфере обращения с отходами производства и потребления. В один из рейдов по берегу Печоры вместе с представителями окружной прокуратуры, Департамента природных ресурсов и агропромышленного комплекса отправилась наша съемочная группа. Слово моей коллеге Ольге Русул. За 2 года прокуратурой Ненецкого округа выявлено более 160 нарушений содержания береговой зоны. Для их устранения внесено 25 представлений. На Ренмарский городской суд направлено 32 исковых заявления, обязывающих органы государственной власти и местного самоуправления ликвидировать несанкционированные свалки отходов. Одним из таких мест до недавнего времени был земельный участок рядом с морским портом, принадлежащий одной из окружных организаций. По предписанию суда его должны были привести в надлежащий вид. Значит, в исполнении решения суда нами была произведена очистка данной территории, демонтирован фундамент. Он был с трех сторон мы убрали, с четвертой стороны оставили для укрепления берега. И, значит, вывезен был весь мусор, который здесь находился, и это декультивировано все было. В планах организации разработать и благоустроить эту территорию. Это только один из положительных примеров. В населенных пунктах округа необходимо создать 14 мест накопления твердых коммунальных отходов. Департаментом была проведена большая работа. В течение 3 лет мы выясняли собственников брошенных объектов. По результатам уже провели работу по ликвидации брошенных объектов, которые являлись бесхозяйными. Также принимаются меры для того, чтобы собственники брошенных объектов убирали свою недвижимость, соответственно, в положенные места. Тем самым очистили береговую полосу от своих брошенных объектов, от металлолома и других объектов. О недопустимости нарушения закона в сфере обращения с отходами в части содержания контейнерных площадок прокуратурой округа направлено предупреждение руководителям 10 управляющих компаний. По результатам рассмотрения информации прокуратуры, органами государственной власти за 3 года в рамках государственной программы охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов выделено более 2 миллиона рублей для выполнения работ по очистке береговой полосы и прибрежной акватории бассейна реки Печора в границах города Наренмара. Это позволило убрать более 300 тысяч тонн металлолома. Водоохранная зона реки Печора составляет 200 метров. Прокуратура Ненецкого округа напоминает, в соответствии с водным кодексом в границах природоохранных зон запрещается стоянка и движение водных средств, кроме специальных транспортных средств. Размещение отходов, кладбищ, скотомогильников, сброс сточных и дренажных вод. За нарушение законодательства предусмотрена административная ответственность. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север».